Кашу собирали улитки. Мобилизовали? Да. Позавчера, блядь, пришла повестка утром. Около 8 или 9 часов принесли повестку. Сказали, 1 числа будешь с документами со всеми в это, военкомате. Потом приехали в обед, в 12 около часа, сказали, нет, мой дорог, одевайся, поехали. Заебись. Ты Маринке передала, что Игорек просил там порешать? Да, они там, блядь. А нахуй его палатка? Ну, потому что мы живем, блядь, под открытым небом, можно сказать, нахуй. Я вчера, блядь, как с утра начал сушиться, у нас дождь весь день вчера хуй, блядь. Вещи все наши были, я над костром сушил их. А мы тут сидим, сушимся под костром, сегодня миномет как уебал рядом, ебать, мы аж присели все, блядь. Свист в нашу сторону был, думали в нашу посадку ебашат, нахуй. Вообще-то вы тебе очень сильно соскучились. Да я тоже соскучился, жаль, заебались тут уже, блядь, тоже, нахуй это надо, вообще, что за ебань, блядь. С одной стороны к нам пух-пух, с другой стороны мы к ним пух-пух. И пиздец, и как долбоебы сидим вот так, блядь. Пацаны, приехали водители, и говорит, это, будут приезжать со штаба и спрашивать, кто хочет на передок добровольцем, типа, блядь. Не соглашайтесь, потому что, говорит, это, даже не успевают доезжать, 800 метров, говорит, ебашат минометы, нахуй. И прям точно, говорит, по машинам. Пацан тут говорит, да я пойду, мне похуй, заебался в этой посадке, ебаче сидеть, нахуй, она обосалась, блядь.